Химках провели всероссийский турнир по чирспорту «Я люблю тебя, Россия», в котором приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны. Мероприятие прошло в баскетбольном центре «Химки». Турнир организован Всероссийской и Московской областной федерациями по чирспорту. Чирлидинг – это красивый и зрелищный вид спорта. Команды выполняют синхронные акробатические движения под музыку, демонстрируют кричалки и построение пирамид. Такой масштабный турнир проводят не впервые. Сегодня здесь проходит уже 18-й по счету турнир. В далеком 2006 году здесь, в Химках, был проведен первый турнир. И тогда участвовало всего несколько команд, всего из двух городов, из Москвы и из Химок. А сегодня здесь присутствуют команды из 12 городов Российской Федерации. То есть турнир растет, ширится, становится популярнее. В турнире по чирспорту приняла участие яркая команда из ДНР. Очень теплая атмосфера, нас тепло встречают, нас всегда здесь ждут, нам помогают, нас очень поддерживают. Мы очень благодарны. Детям очень нравится, мы вдохновились, мы еще неоднократно приедем к вам. Спасибо огромное. Муниципальный депутат Валентин Герасимов поздравил юных спортсменов из ДНР с успешным выступлением. Что интересно, если на том турнире команда из Луганска была в составе 4 человек, то сегодня, вы знаете, они так подросли и полностью команда приехали. Настроение великолепное, атмосфера, вы знаете, прекрасная. Свои номера на турнире представили 18 химкинских команд. Чирлидеры спортшколы «Надежда» на домашней площадке выиграли порядка 20 комплектов медалей в нескольких номинациях. Всех победителей и призеров наградили кубками, медалями и памятными подарками. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.